Всем привет, друзья, с вами Realize, NetEase опубликовала новый трейлер Project Ragnarok во время конференции NetEase Connect 2021. Он демонстрирует красоты на движке игры, а также немного геймплея с боевой системой и карту. Для тех, кто не знает, Project Ragnarok — это мой RPG с открытым миром от компании NetEase, разрабатываемая для ПК, смартфонов под управлением iOS и Android, а также консолей. Игра является кроссплатформенной, а значит, игроки могут поучаствовать в совместных прохождениях на различных устройствах. Ну а я вам предлагаю насладиться трейлером, мы же с вами увидимся в следующих видеороликах. Всем, друзья, удачи! Всем пока!